Футбольный клуб «Спартак Нальчик» официально объявлен банкротом. Об этом несколько часов назад на пресс-конференции заявил министр спорта Аслан Афаунов. О финансовых проблемах клуба стало известно еще в конце декабря. В последние дни руководство клуба и власти рассматривали все возможные варианты, чтобы клуб продолжил выступление в первой лиге. Но, как стало известно на встрече с журналистами, вопрос с выплатой многомиллионных долгов оказался неразрешимым. На одну школу? Нет, абсолютно не отрезано. Содержать профессиональный футбольный клуб, я еще раз повторю, за счет бюджета не представляется возможным. А в Кабардино-Балкарии в столь короткие сжатые сроки мы не смогли найти спонсоров. В сложившейся ситуации футбольный клуб, профессиональный футбольный клуб выступать в статусе профессиональной команды не имеет возможности. Впрочем, как подчеркнул министр, команда будет сохранена. Однако начать свое выступление клубу придется в любительской лиге и уже под другим названием. В связи с банкротством использование бренда «Спартак Нальчик» более невозможно.